Сегодня 2018 год от Рождества Христова. На данный момент мы находимся, хер поймешь, на какой территории. Но обратите внимание, что мы нашли. Тут есть такой мастяра, который подмыло вообще жестко. Он, короче, хряпнулся вниз. Вот, и мы теперь думаем, Дэн-то уже туда он перешел, он уже там хлещет. Вот, как нам теперь ползти? На самом деле, подо мной хрустит. Но мы идем. Так, тут, походу, какая-то запруда была. И так жестко-жестко ее тут подмыло. Ничего себе, там буераки лежат. Камни все вымыло. А что там написано? Проход запрещен, проезд. А, проезд разрешен, да? Проезд разрешен, проход запрещен. Ага, ништяк. Проход, проход запрещен, проезд. Ага, все ништяк. Куда? По-моему, туда. Прикинь, как она замаскирована. Слушай, реально большое помещение какое-то. Прям похоже, как будто кинотеатр. Что-то все за забором. Тут какой-то забор, тут какой-то забор. Здесь вот еще одно здание непонятное. Раз, два, три, четыре. Четырехэтажное. Причем с этим. Блин, мы батарейки так и не купили. Давайте прошмонаем это здание. А здесь пока кинотеатр. Так, второй этаж оставим на потом. Это тут фойе, что ли, какое-то было. Жестко. Туалет. Еще один туалет. Комнатушечка. Для чего-то. О! Подвал. Ну что-то типа. Подвал. Разрушено там все. Ладненько. Слушай, сеть. Сеть. Сеть, по-моему. Что-то парни где-то отстали на повороте. О, тут реально было фойе. Большие окна. Ха. Эти не побили еще. Светильники. Еще не до конца их порасколотили. Да, слушай, здесь какая-то пленка, кстати, валяется. Раз вот смотрю, пленка. Два пленка. Вот, трубы, конечно, повыворачивали все. Вообще наглухо. Вот. А, ну слушай, точно, походу, какой-то кинозал, что ли, был? Слышь? Это хорошо, дай посмотреть, что там. Хранилище биопродуктов. Мембрана, что-то там, точно. Содержание, а год-то какой хотя бы, лист второй, лист 19-й, Симонова. Интересную брошюрочку нашел. Это что, Ленин? Это Ленин, да. Да. О, кстати, лик Ленина. Смотри, сцену всю разобрали, вообще в хлам. Просто. Вот. 89-й год. Представляешь, 25 лет. 89-й год? Да. 29 лет. 29, почти 30 лет назад? Да. Вот смотри. 05-й, 89-й год. Давай, где поярче, ни черта тут не видно. Вон это, где свет. Я телефон. Слушай, и кстати, сиденья-то старые, советские. Вообще, ну, посмотри, они еще не до конца поломанные. Вот, 05-й, 89-й год. Это что-то вообще какая-то, я не знаю, что такое. То есть это даже до 90-х? 07-77 года. 29-го. Устройство. 70... Хранилище. Обалдеть можно. С собой систему, сосуд. В сосуде имеет цилиндрическую форму. С днищем короткого типа. Хранилище состоит из следующих основных частей. Кожуха сосуда. Горловина, это вообще жесть, это что-то. Так, ладно.
78-й год. Лампы, кстати, не все побиты. Смотри, вон, абажуры висят некоторые. Причем такие, смотри, редкие вообще. Ага. Так. Что я хотел сказать-то? А, лик Ленина еще остался. Вещи написано. Улыбайся, он одобрит. Поэтому, ребята, давайте все поржем дружно. Ну да. Что там? Трафарет тут делал, да. Слушай, смотри, шторы. Шторы. А здесь, походу, это что-то бомжать. Да нет, ну это вообще малолетки. Все, что поджигают, это малолетки, дебилы. Хотя и дебилы. Ну, я пока не видел, что ты поджигаешь. Я имею в виду, вот сюда вот надо на второй этаж каким-то макаром попасть. Надо, да, если был кинотеатр. Слушай, и здесь входа нет. Второй этаж. Второй этаж. Здесь мы все просадили. Слушай, маленькое помещение. Но... еще батарея стоит. А, слушай, батарея еще осталась. И вот это реально советская батарея. Вот такая стоит. Да. У нас просто дом 80-х годов, и вот как раз там батарея такая. Прикинь, бать, смотри, пленка, она еще не вся подсвечена. А, все. Да это 100% здесь кинотеатр был. Смотри, какие плафоны висят. У нас пионерлагеря такие были. Тут тоже лагеря были в этом. Смотри, даже номер это написан, походу, ну, инвентаризация была. B3261КТ. О. Слушай, перила не все спилили. Обычно как не заходишь, да, перила нету, все оторвано наглухо. Ты посмотри, дерево такое хорошее. О, актовый зал, походу, был. Тут собрания какие-нибудь проводили. Батареи, чугуняки, все поснимали. Это да. Ой, да не бывает. А походу, гаиты нету. Откуда фильм-то показывает? Что-то я не вижу. Ха. А действительно. Подожди, значит, должен быть еще один вход. Однозначно. Однозначно. Стены сыпятся. Ага. Песок. А где вход должен быть? Лестница туда входит. Вставали. Так. Таскали и их сдавали, да? Да, вот, да, да. Где в фильмах видел? Не, вход сейчас найдем. Вход однозначно найдем. Он должен быть. Его не может не быть. А сейчас посмотрим. Ха, я, по-моему, второй вход нашел. Да. И подвал, кстати, нашел. Подвал нашел. Фонарь заряжен? Один, да. Металл, кстати, недавно срезали. Замаскировали конкретно. Блять, заколочено. Как сказал, так сказал. Так, заходим в подвал. Здесь у нас что? Ну, там это, лягушечки прыгают. Бойлерные, вентилятор. Здесь что?
Загрузка. Слушай, сырой пол. Воды здесь много было. А здесь это щитки взяты, это электричество. И все, и тупик, и тупик, да? Да. Больше нет ничего. Нет ничего. Все, да, было. Ладно. Короче, я в том здании видел даже железный лифт в подвал. Железный лифт? В том большом? Да. Что, мы с той стороны зайдем? Да, чтобы я вам объяснил, что к чему. А здесь что? А ты сюда заходи? Да, мы там, с той стороны там, были. Там дырка. Просто там может быть что-то интересное. Там? Да. Так это что, они не предупреждение? Смотри, все вот так. Слышь, подожди. Это, я сейчас встану. А ты по мне как по лестнице полезешь, как-нибудь. Хорошо? Только не души меня. Да, потому что я не люблю камни. Так, теоретически я готов. Там, смотри сам, как там лучше. Может мне рюкзак снять? Не, надо. Можешь на колено встать там. Смотри сам. Вставай, не ссы. Нифига, сейчас ты на сумке, оттуда еще очко вырваться, будет жопа. Так, смотри, это, дальше можешь встать на плечо, попробуй. Можешь встать на второе, давай, попробуй. Нифига, если там дыра темная. О, я пленку нашел. Очень много пленок. Я понял. Что, залез? Ты залезть сможешь? Она не вырвется оттуда. Ну ты старайся держаться за какие-то твердые, там, за подоконник, там, за что-то еще. Подожди, я тебе сейчас дам фонарь, если будет темно, будешь снимать. Если нагнись как-нибудь там. Сейчас. Так. Так, аккуратно, аккуратно. Вот, держу. Все. Так. Газета старая. Пленка еще не просвеченная. Смотрите, здесь все ломали, все жгли. Вот там вот зал. Здесь еще что-то есть. В принципе, все. Старый плафон. Больше что-то сверхъестественное здесь не вижу. Здесь стоял станок. Тут у нас видим пленку. На пленке что-то изображено. Походу человек. Да, смотрите. Здесь вид изображен. Как человек. Вот видите, да? Вот он. Куча деталей.
Опять же пленка. Очень много пленки. Не отсвеченная. Что-нибудь есть там интересное? А ты нашел это? Откуда? Нашел окно, да. Тоже пусто, да? Пусто. О, здесь кнопки. То есть вперед, назад, это что там? Какие-то шторы, наверное, шевелились. Здесь очень душно. Ё-моё! Держишь? Да. Дэн, прими, пожалуйста. Дэн. Прими, пожалуйста. Не, это хлипкое. Лучше за низ сам и держись. К чему она прибита. Так, ногу, которую ты опускаешь. Так, так, так. Еще чуть-чуть ниже. Все равно держись, на меня не полагайся. Я тебя просто подстраховываю. Так, это у меня... левая. Вот. Так, вставай на плечо там или как-нибудь. Так, перехватывайся. Так, сейчас я вот эту руку уберу, чтобы тебе поудобнее было, чтобы ты мог на коленку встать. Во-во-во. Отлично. Очень хорошо. Вот. Ух ты, нифига себе. Извините. Сейчас табуретка рухнет. Пардонь, пардонище. Все, отлично, пардонище. Это, кстати, на одной из... Смотри, я просто как лошара по мне ходили. Все, кому не лень. Дайте плечо вытру. А, еще и по плечу. Там я на одной на пленке. Посмотри. Заряжай в окно. Видишь, здесь надпись прям есть. Заряжай в окно. Ага. Зачетно.